Привет, друзья! С вами Максим. В этом видео я покажу действительно полезные товары для дома с сайта AliExpress. А в конце, как всегда, конкурс. Поехали! Велобахилы. Бахилы надеваются поверх обуви и защищают ноги и велотуфли от внешних воздействий – грязи, воды и пыли. Изготавливаются из лайкры и неопрена. На нижней части бахилы имеют отверстия для шипов контактных велотуфель. Урбошар – головоломка для детей по типу кубика Рубика. Суть головоломки проста. Каждый шарик внутри шара путем перемещения через пустую ячейку необходимо расположить в области соответствующего цвета. Кажется, что разобраться сложно, но на самом деле собрать шар проще простого. Машинка для набивки сигарет. От пользователя требуется лишь вкладывание бумаги и засыпка табака. Дальше устройство все сделает за вас. Благодаря нехитрому механизму самокрутки получаются одинакового размера, аккуратными, очень похожими на фабричные. Мини-стиральная машинка. В дороге или кемпинге, дома или в гостях все мы хотим ходить в чистой и свежей одежде. Но ведь для этого нужно носить с собой стиральную машинку. Теперь это не проблема, ведь с такой машинкой можно постирать в обычном ведре. Анатомические модели животных. Это возможность самостоятельно сконструировать макет опорно-двигательной системы животного. Тело животных составлено в виде объемного пазла из множества небольших деталей, каждая из которых представляет некий орган. Деревянный конструктор. Конструктор часы, машина, паровоз или дирижабль, состоящий из раскрашенных деревянных деталей разных форм и размеров. Этот конструктор подойдет для детей старше 6 лет. Собирать конструктор будет интересно и детям, и взрослым. Сборка развивает логику и память, а работа с мелкими деталями тренирует мелкую моторику. Портсигар с зажигалкой. Размером с пачку сигарет зажигалка не имеет открытого огня и не заправляется горючими материалами, а прикуривается от миниатюрной мембраны и работает от аккумулятора. Подходит как для личных целей, так и для подарков. Глюкофон. Внешний вид напоминает круглый барабан, но сделан он из металла. Инструмент состоит из двух чаш, на одной из которых расположены лепестки, язычки барабана, а на другой – резонирующие отверстия. Играя на нем, фальшивить практически невозможно. Ультралегкий графический планшет с 10 и 12 дюймовым дисплеем на выбор. Стилус и батарейка в комплекте. Стирание происходит одним нажатием кнопки. Один графический планшет за все время его использования экономит около 3 деревьев, а также экономит место, заменяя собой огромное количество альбомов, блокнотов, карандашей и ручек. Всего лишь за один месяц биткоин подорожал на 20 тысяч долларов. Если бы вы купили его в начале февраля и продали сегодня, то заработали бы 1,5 миллиона рублей чистой прибыли. Именно так работает инвестиционная финансовая компания Avalon. Их прогнозисты и аналитики вкладывают деньги в перспективные технологии и крипту, а потом продают их. Кстати, офис Avalon находится в Москва-Сити. Прибылью Avalon делится со своими инвесторами, которых уже 500 тысяч, и каждый из них зарабатывает 1,3% к вложенной сумме ежедневно. Итак, в прошлый раз я делал депозит на 7 дней. Мой депозит отработал, и давайте попробуем вывести деньги. Поставим на вывод заработанную сумму. На оставшуюся сделаем еще один депозит на 7 дней. А вот и очередная выведенная сумма. Надежность и простота – главные преимущества этой компании. Регистрируйся по ссылке в описании, и за 2 минуты ты станешь успешным инвестором. Инвестиции открыты для каждого, ведь минимальное вложение всего лишь 100 рублей. Лего-корабль. На выбор Титаник, пиратский корабль, подводная лодка или военные корабли. Собирая такой конструктор, ребенок не только развивает свои умственные способности, но и изучает, как устроены корабли и знакомится с их историей. Радиоуправляемый танк.
танк едет во всех направлениях и может разворачиваться на одном месте. Башня танка вращается на 360 градусов, а пушка опускается и поднимается. Пушка танка пневматическая и стреляет пластиковыми шариками. Кошка-робот. Выглядит как настоящая живая кошка и ведет себя точно так же. Отличный подарок на день рождения или иной детский праздник. Как и живая кошка, этот робот умеет мяукать, мурчать, реагирует на слова и поглаживания, а также валяется, выгнувшись на спине, демонстрируя свое хорошее расположение духа. Приспособление для сбора отходов после животных. Прогулка с питомцем станет удобнее, лужайки, по которым он бегает, чище, а соседские бабульки счастливее. Прибор имеет в своем составе совок и сменные мешочки. Его можно использовать и дома, если питомец не дождался прогулки. Светодиодные светильники-люстры. Они не только выглядят стильно и современно, но и обладают рядом полезных функций. В люстре применяются светодиоды с большим сроком службы и малым потреблением энергии, несколько режимов свечения, функция регулировки яркости. На AliExpress широкий выбор разных моделей. Xiaomi PM 2.5 Air Detector. Это портативный тестер-анализатор состояния воздуха. Гаджет нацелен на выявление проблем в том или ином помещении, то есть по сути это анализатор воздуха на наличие вредоносных веществ. Детектор оснащен Wi-Fi модулем, благодаря которому он может не только контролироваться со смартфона, но и взаимодействовать с другой техникой экосистемы Xiaomi. Приспособление для фидерной ловли из нержавеющей стали с фиксацией подсечки, открывающейся кормушкой, двумя крючками и креплением. Фидерная ловля отличается высокой эффективностью и возможностью ловить также донную рыбу. Это самая простая, но самая удобная и популярная снасть для ловли. Дезодорант для обуви. Выполнен из пластика, внутри находится наполнитель циалид. Вещество поглощает влагу, уничтожает бактерии, тем самым нейтрализует зловоние. Используется при длительном хранении обуви при завершении сезона. Кроме обуви, используется в дорожных сумках и шкафах. Пальчиковый футбол. Любители футбола всех возрастов оценят этот вариант игры, когда по полю за мячиком бегает не весь футболист, а только его пальцы. Играть в футбол на пальцах можно даже в одиночку, ведь две руки – это уже два игрока. Охлаждение для смартфона. Чтобы процессор не перегревался и смартфон жил дольше, он оснащен выдвижным держателем под любую диагональ современных гаджетов и присосками, чтобы кулер не соскальзывал с корпуса. Зарядка идет через USB, есть возможность подключения гарнитуры. Беспроводная колонка с программируемым дисплеем. С виду она напоминает телевизор в стиле ретро с четырьмя ножками. Дисплей состоит из 256 программируемых LED-ламп. Позволяет воспроизводить музыку со смартфона, а также подключаться к радиостанциям по всему миру. Ролики антистресс Ono Roller. Сделан из приятного на ощупь металла. Очень крутая штука при работе за компьютером, телефонных разговорах и прочих стрессовых ситуациях. Крутится бесшумно, а еще он довольно тяжелый. Прибор для определения вен. Он значительно облегчает поиск вен у проблемных категорий пациентов. Ожоговые больные, онкологические больные при прохождении химиотерапии, наркоманы, тучные люди и пациенты, получающие длительный период внутривенные медикаментозные вливания. Подушка-лежак для ваших питомцев. Каждый любящий хозяин должен обеспечить своего любимого четвероногого друга уютным лежаком. Такая мебель поможет сохранить хозяйскую кровать в целости и сохранности, не дав питомцу разгрызть или повредить элементы мебели. Смартфон-браслет Nubia Alpha. Работает за счет аккумулятора, которого хватает на пару дней активного использования.
Также в них присутствует сопроцессор, отвечающий за выполнение простых задач. Управление часами происходит при помощи жестов и сенсорного дисплея. Калипер – прибор для измерения толщины жировой ткани. Это механическое устройство для измерения толщины и процентного содержания подкожного жира в организме. Простой наглядный способ увидеть, как уходят первые лишние миллиметры, позволит держать под контролем изменения тела и своевременно корректировать режим питания. Украшения для аквариума в виде летающего острова из кинофильма «Аватар», выполненные из искусственной пемзы, которые не теряют свой вид от постоянного нахождения в воде и абсолютно безопасны для обитателей вашего аквариума. С ними вы создадите невероятное искусство подводного ландшафта, от которого захватывает дух. Цифровая система FPV DJI разработана специально для любителей и профессионалов в сфере дрон-рейсинга. В комплект системы входит воздушный модуль, камера, очки и пульт управления. Изображение с FPV-камеры транслируется на ваш смартфон или пульт квадрокоптера, благодаря чему вы можете увидеть во время полета то, что видит квадрокоптер. Нож для пиццы в виде мотоцикла. Это все тот же классический нож-колесо с рукояткой. Такое необычное изделие даже не хочется спрятать в кухонный ящик. Поэтому вы можете воспользоваться подставкой, которая идет в комплекте, чтобы все могли видеть это чудо столового искусства. Зубные щетки и напальчники для собак. Поскольку собака не способна сама чистить зубы, ответственность за эту процедуру ложится на владельца. Силиконовый напальчник очень мягкий, имеет тонкие щетинки, которые проникают в мельчайшие щели между зубами. Миска для корма Xiaomi Pet Kit со встроенными весами. Данная миска нужна для людей, которые перевели своего питомца на сухой корм. Как всем известно, в этом деле важна дозировка, и чтобы насыпать вашему питомцу всегда равномерную порцию, Xiaomi придумали весы прямо в миске. Детектор воздуха Xiaomi SmartMy PM2.5. Аббревиатура PM2.5 в названии гаджета – это обозначение класса мельчайших вредных частиц, которые являются наиболее опасными для человеческих легких. Благодаря мощному лазерному датчику детектор легко справляется с идентификацией этих вредных элементов. Лапшерезка с 8 режимами для спагетти, тальятелле разной ширины, пенне, тонкой лапши и для приготовления пластов теста для пельменей, гетза и вонтонов. Мощность 150 Вт. Вы можете экспериментировать с длиной и составом теста, добавить шпинат, чтобы приготовить зеленые спагетти или добавить яйца, чтобы получилась вкусная лапша для супа. Держатель для бокала, надеваемый на шею. Проблема многих фуршетов и вечеринок – невозможность одновременно пить вино, пробовать все предложенные закуски и общаться. На AliExpress появилось приспособление, изящно решающее эту проблему. Это прочный держатель для бокала с отверстием для ножки, который надевается на шею. Конструктор Лего «Американские горки» состоит из столбов и опорных стержней, а также системы рельсов разных форм и углов. Эта модель отличается потрясающей детализацией и большим количеством волшебных деталей, которые разожгут твое воображение. Чтобы ваши мини-питомцы, такие как хомячки, крысы и другие домашние грызуны, не скучали в своих клетках, приобретите для них поводок. С ним вы сможете устраивать мини-прогулки для своих любимцев. Поводок регулируется по размерам животного, а также по длине веревки. Товар выполнен из ультрамягкого материала, чтобы не вызывать дискомфорта у питомцев. На ошейнике висит колокольчик. В случае, если поводок отстегнется, то вы быстро найдете своего шустрика.
Крепление для экшн-камер на собаку. Если вы являетесь счастливым хозяином домашнего любимца, то такое крепление на собаку позволит взглянуть на мир глазами вашего мохнатого друга и поможет создать множество уникальных кадров. Робот-собака. Все эмоции щенок выражает своими глазами и движениями. Если ребенок перестает давать команды, зуммер ведет себя как живой. Играет, часто дышит, виляет хвостом и так далее. При длительном отсутствии команд собака засыпает. Набор отверток Xiaomi Viha 26 в одном. В набор входит прорезиненная ручка и 26 различных магнитных насадок. Насадки хранятся в корпусе ручки, как в тубусе. Это дает экономию места в рабочей сумке, а также можно носить в кармане. Выполнены из хром-ванадиевой стали. Водоотталкивающая пропитка для обуви. Средство выполняет двойную функцию, защищает от проникновения влаги снаружи и оставляет открытый канал для испарения влаги изнутри, позволяя коже дышать. Складные солнцезащитные очки. Гибкие дужки легко превращаются в браслет. Когда очки не используются, их можно надеть на запястье, руль велосипеда или ручку сумки. Кроме того, теперь не нужно беспокоиться, что очки вдруг слетят с головы во время движения. Специальный механизм фиксации не позволяет очкам спадать. Лента для ремонта москитных сеток. Сначала нужно обработать проблемное место ацетоном, потом отрезать кусок ленты с запасом. Убираем пленку и наклеиваем на место с дыркой. Далее разгладить и прогреть феном. Клеевая сторона ленты от фена плавится и плотно фиксируется на сетке. Походный динамо-радиоприемник также работает в качестве пауэрбанка. Кроме того, оснащен встроенным фонарем, а также громкой сиреной. Устройство предусматривает три варианта питания и три варианта подзарядки собственных аккумуляторов – от динамо-машины, солнечных батарей или через USB. Коврик для мыши с функцией беспроводной зарядки. Коврик способен подзаряжать совместимую мышь, смартфон или другое устройство. Встроенный контроллер позволяет автоматически останавливать передачу энергии после того, как расположенный на коврике гаджет полностью зарядится. Кирпичи для моделизма. Многие моделисты строят не только модели, но и диорамы. Создание диорамы – это отдельный творческий процесс. Из этих кирпичей можно построить кирпичный забор, стену, дом полностью или использовать как дополнение к уже существующим постройкам. Нож Maxxis Zerg – это оптимальный выбор для частого использования в условиях походов и охоты. Удобная и компактная конструкция фолдеров Maxxis позволяет им всегда быть под рукой в кармане брюк или внешнем отделении рюкзака. Интересный геймпад. Геймпад выглядит как половинка полноценного геймпада, но при этом элементы управления адаптированы под достаточно комфортное использование одной рукой. Контроллер предназначен для мобильных платформ Android и iOS. Миска-непроливайка. Благодаря конструкции миски, которая работает как поплавок, воду подливать не нужно. Даже если шумная щенячья игра проходит около миски, она не перевернется, а вода не выльется и даже не расплещется от удара. Друзья, хотел напомнить вам про нашу группу ВКонтакте, в которой публикуются результаты проходящих на канале конкурсов. Также там много интересных товаров с AliExpress, которые, возможно, вам будут интересны. Ссылка на группу в описании.
А теперь конкурс. Разыграем 200 рублей на счет телефона или в обмане кошелька. Условия конкурса – поставить лайк, быть подписанным на канал и оставить любой адекватный комментарий. Результаты через неделю в группе ВК. Подробности и ссылки есть в описании. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем удачи и пока!